Всем привет, это канал Туманов Плей, с вами Владимир, и мы играем в Uncharted 3 Иллюзии Дрейка. Глава называется «Сам нарываешься», ребята, мы залезли на корабль. Ищем Салли, не знаю где он. Пираты нападают. Держись, Салли. Салли, держись, братан. Пиратов очень много, корабли огромные просто. По оружию у меня только пистолет с собой, 30 патронов. Ну, сейчас будем разбираться. Опа! Чуть меня шлюпкой не раздавило. Чуть не раздавило. Надо аккуратно. Штормит, потому что штормит море. Вообще волны огромные. Вон шторм просто. Надо залезть наверх. Опять наверх. Ну давай, как только. Давай через шлюпку попробуем наверх залезть. Да куда ты? Эй! Не смотрите вниз, не смотрите. Подтягиваемся и перепрыгиваем наверх туда. Еще, еще выше пойдем. Ну, в принципе, лестница есть, полезли. Да куда ты? Ну-ка, давай налево в этот раз. Переборщил я, слишком резко прыгнул. Просто надо залезть. Так, здесь ничего, идем дальше. Опа! Тебе конец! Все, 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 получилось шумно слишком. Все, началось, ребята. Или не началось? Меня... Нет, меня не увидели, прикинь. Ну давай с другой стороны можно было обойти, ладно? Нет, вот сюда идем. Там еще наверху где-то ходил. Он так и ходит, в принципе. Ну надо залезать к нему. Где он тут был? А, вот он. Давай! Да че давай-то сразу, а? Давай, говорит. Все, иди давай. Иди давай. Давай. Сейчас дам, не унесешь. Патроны надо собирать обязательно. Так, так. Посмотрим. Черт, черт. Начинается опять. Потанцуем, ребята. Так, стоп. Автик надо взять. Да откуда ты там? Волнуйся я сейчас. Нифига себе, контейнером кого-то чуть не раздавило там. Как-то я спрятался странно. Раз. Да подожди ты, вылези. Вылези ко мне. Тормит, ребята, не по-детски, просто залило все водой. Мне показалось, или тут кто-то был? А, вот он. Да что ты такой, а? Слушай, я к тебе подойти зато смогу, пока ты... Да что ты делаешь-то? Нифига себе. Как с ним бороться-то? Пошел нафиг. Он с пулеметом просто по мне лупит. И, короче, к нему, прикинь, не подойти даже, он его не бьет. А, контейнер закрылся, прикинь, вход закрылся. Ладно, надо, значит, нам какой-то другой способ искать. А какой, может, его контейнером раздавит? А, в этот раз-то... Ох ты, дерзота. Попал, нет, хоть по нему. Иди нафиг. А, вот контейнер закрылся. Все, наверх залез. Стой. Стой. А если я свалю? Вот
отсюда свалю. Сокровища, ребята. Нашли мы ожерелье с изумрудом и жемчугом. Но это нам не поможет с ним бороться. Вот этим бы контейнером его придавил, сюда бы он пришел. Давай я тоже буду стрелять, слышишь? Граната, ребята, бежим. Стоп, обратно. У нас есть тоже граната. На, где ты там? Ложись. Не знаю как, его надо либо в контейнер сюда позвать. Пусть он сюда пройдет. Иди заходи сюда, тебя контейнером сейчас раздавит, я знаю. Черт. Так куда ты? Что ты делаешь-то? Вот, мне такая пушка просто нужна, я понял. Пушка, 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 выручи, подружка. А, он вон оттуда прыгнул. Иди нафиг. Иди нафиг, дурачок. Не, я понимаю, как он крутой, конечно, но... Где-то тут должна пушка вывалиться, и ему придет конец. Ай, прям на него выскочил. Тихо, 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 тихо. Дай мне уйти, подожди. Не-не-не-не-не, контейнер, контейнер, зайди, зайди обратно. Чуть меня не раздавило. Вот, мне надо ту пушку, которая стреляет хорошо. Где она там? Вот эту мне надо. Черт. Черт, а? Да идите вы нафиг. Контейнер, разойдись. Разойдись. Разойдись, ребятушки. Ну как так-то, а? Ладно, я понял. Мне надо, значит, запрыгнуть, наверное, лучше вот туда. Вот туда, пока он ходит. Пока он ходит, не понимает, где я. Нет, все, он понял. Вот здесь я спрячусь. Здесь я хотя бы могу отдышаться. И вон, чувак, как появится вон тот. Опа. Опа, он не попал. А, нет, попал. Ладно, это ничего страшного. Где там чувак пришел? Нет. А, вот они побежали. Раз. Вот этот, который хорошо стреляет, вот. Да что ты делаешь? Тихо, тихо, залезь обратно. Вот этот с пушкой, с хорошей. Ну, давай, 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 давай. Давай, есть, граната. Быстрее пушку хватай. Да тихо. Отойди нафиг. Да не успел я взять ее опять. Да что такое-то, а? Все по новой. Ладно, надо от него бегать как-то. Будем бегать через контейнеры от него. Опа, 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 опа. Так, все, сидим здесь пока. Я вот здесь повисю пока. Посмотрим, где он. Вон пацаны идут. Нормально. А, он уже меня увидел. Все, все, ухожу, ухожу. Я понял тебя, понял, не надо. Не надо дерзить. Вот этого надо убрать. Да, вот этого. Все, сейчас появится здесь чувак. Волшебной пушкой. Вот за пушкой. Быстрей, быстрей, быстрей. Берем. Класс. Берем. Класс. Теперь все. Теперь можно разобраться с тобой. На. На. Мне кажется, все, я его сейчас свалю. На еще. Все. Теперь главное выжить, ребята. Выжить. Быстрей. Хотя бы пистолет пока взять. Так, тихо. Ружьишка. Ну, давай.
Самое главное, мы с тем разобрались. Взять пулемет надо, ребята. Неплохо. Вот теперь все, пошли. Да что неплохо-то все мотыляет от этого пулемета. Им надо еще уметь управляться, понял? Вообще мотыляет сильно. И патронов в нем мало осталось. Да он ни вверх, ни вниз. Нафиг он такой нужен? Ну-ка, стоп. Дайте мой дробаш обратно. Пойдет. Пойдет, вот эту возьмем. Куколку. Не, ладно, пошли так. Куда идти-то? Я уже... А, вот все, открываем дверь. Ладно, наконец-то расправились с ним. Трюм, да? Вы чё? Спасибо за наводку. Салли в трюм решили посадить. Я вам дам, блин. Надо теперь в трюм как-то спуститься. Ну что ж. Логово льва. Заходим. Вот. Ой, чёрт. Опять. Ладно. Опять. Попробуем по-тихому. Не знаю, как получится по-тихому. Я не умею по-тихому. Ну давай, бери. Что это? Ну все, по-тихому получилось. Совсем тихо, да? Я не умею по-тихому, вам честно признался сразу. Где ты? Да куда ты пошел? Мимо меня прошел. Что? Такой типа не увидел, подстава. Да? А, тихо, подстава. Отвали! Черт. Да нафиг такое творить, ребята, вы чё? Тихо, тихо, тихо. Ну их реально много чё-то вообще. Мне надо как-то пробежать, потом будет быстро от этого. Конец ему. Конец, да. Не дали мне расправиться с ними. Ну давай по-тихому. Я не знаю, как по-тихому, правда. Вот так по-тихому. Слушай, а правда не услышал же никто? Ладно. Ну, все равно их много. Мы их всех не сможем так по-тихому сделать-то. Ну могу максимум одного еще вырубить. Нет. Двоих, троих. Все, это уже не по-тихому. Отлично. Ну хотя бы четверых. Пойдет, этот упал тоже. Давай, давай, давай. Бронированный вообще. Да черт. Уходим, уходим. Так, кто здесь? Готов. Тихо, 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 тихо. Не торопитесь, пацанчики. Да куда ты пошел? Все, вроде тишина, да? На этот раз все лучше получилось намного. Давай дальше тогда пошли. Все хорошо. Опа! Откуда вы там? Они сзади откуда-то опять. Ну вот черти. А, я жив пока. Я пока жив, ребята. Пока жив. Отдышаться. Нет, все. Они мне не дали шансов. Шансов не дали. Так, ладно. Готов? Черт! Вот этот сильно палит очень. Опа.
Блин, надо его в первую очередь убрать. Ай! Тихо, слезь, 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 вроде все нормально еще идет. Черт! Черт. Ай! Так, давай начинаем, когда сразу этого убирать надо. Сразу, где он там? Вот он вылез. Ну, быстрей! Надо отойти. Так, давай назад чуть-чуть. Он вот здесь где-то вылазит сразу. Да что такое-то, а? Опять прилетело. Так, ладно, давай назад, прям вообще назад отойдем. Есть! Все, сейчас будет проще. Просто эти снайперы, еще толпа он. Толпа просто идет ко мне. Отходим. Надо постараться теперь как-то с этими быстро разобраться. Нафиг я гранату кинул-то туда, если я сам туда пошел, да? Ну ладно. Стоп, 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 подходи. Да сейчас прям. Кто еще? Посмотрим, кто из нас. Блин, ну с этим долго так бороться. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй, стоп. Все получится, если по башке ему сразу. Готов. Кто-то рядышком здесь бегал, ну-ка. А, вот ты. Есть. Тихо. Готов. Ну и все, вроде все закончились, да? А, вот еще один. Слышь? На, все, иди отдыхай. Отдыхай. Дверь закрыта. Ну-ка, а с другой стороны? А с другой стороны, зачем мне эта дверь вообще, да? Если я могу и так залезть. А, подожди, тут колючая проволока. Ну, тут можно, наверное, перепрыгнуть. Нет, никак. Так, давай еще раз все-таки попробуем с той стороны. Здесь закрыто. Вариант перелезть. Перелезть. Где можно перелезть? Найдите его. Кто там опять? Они, походу, сейчас через дверь эту войдут. Где? Ах ты! На! Надо дробаш взять. Ну, давай, выходи. Тихо. Где-то еще один есть тут. Ай! Стой, 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 подожди, развернись. Так они из той двери вышли, да, получается? А, вон они оттуда вышли. Все, пошли туда. Они вышли вот отсюда. Сокровище. Нашли сокровище. Ну-ка, что это? Подвеска с рубинами и жемчугом. Пойдет? Ладно. Надо спуститься в трюм. Найди Салли. Надо-то надо, но надо найти этот трюм сначала. Ага. Тихо. Кто там? Да никто там. Крысы бегают.
Ну-ка развернись, я к тебе подойду. Походу, по-тихому не получится. Ладно, иди сюда. Черт. Вот тебе и черт. Нет, пока нормально получается, тихонечко. Кто-то идет. Есть. Не, верни УЗИ лучше. А куда он шел? Непонятно, но нам надо вот сюда. Наверное, сюда. Сюда-сюда, я тебе и говорю. Надо сюда. Тихонечко на цыпочках Дрейк спускается. Бочка нафиг тут. Так, продвигаемся дальше. Вон они внизу стоят. Сокровище. Золотое кольцо с аметистом. Приз получен, охотник за сокровищами. Вон он. Кто он? Салли там, что ли? А, вон Салли сидит на стуле. Наконец-то мы нашли его. А я думал, это кто-то из этих, из пиратов. Сейчас давай аккуратно пролезем. Ну, походу, просто спуститься надо. Салли! Салли! Салли, ты живой хоть? Салли? А это может и не Салли, что-то слишком здоровый какой-то. Это не Салли, это подстава, ребята. Это не он. Это ловушка. О, черт. Это ловушка. Ну, Дрейк, сколько же от тебя проблем? Покончим с этим раз и навсегда. Салли у тебя нет. Конечно, нет. Я врал! Не забывай! Я же пират! Делаем скул! Смейся, смейся, пока можешь. Смейся, реально, последний раз. Асара! На! Продолжим, ребята, в следующей главе. Пан или пропал. Всем спасибо за просмотр. Поставьте лайк видео. Подпишитесь на канал, кто не подписан. И всем удачи. Всем пока.